Новое оборудование и полностью отремонтированный кабинет. Теперь для подопечных этого дома-интерната визит к стоматологу не будет в тягость. Вместо старой бормашины здесь уже начал работать практически бесшумный аппарат. Кабинет, конечно, шикарный, оборудование новое. Мы очень долго ждали, много лет. И сейчас вот нас порадовали. Будем лечить, будем работать. Открытие стоматологического кабинета приурочили ко дню пожилых людей. Здесь, говорят, новое медицинское оборудование закупили без привлечения дополнительных бюджетных средств. Необходимую сумму нашли в самом доме-интернате, а ремонт помещения провели в самые короткие сроки. Спасибо директору этого учреждения, спасибо подрядчикам, которые в кратчайшие сроки, в принципе, справились с этой задачей. И вот результат у нас налицо. В день открытия стоматологического кабинета в доме-интернате прошел и праздничный концерт. Его организовали артисты культурно-досугового центра «Шелковик». Песни и танцы, зажигательные мелодии и знакомые мотивы. Сотрудники дома-интерната и их подопечные наслаждались выступлениями. Ярослав Богат, Анастасия Дедур и Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал.